Можно понять, что женщина беременна уже в первые дни, так как в организме происходят изменения уровня гормонов, в два раза увеличивается кровообращение. ХГЧ влияет на слизистые, режим сна, бодрствования, настроение, ощущение запахов и вкуса. Рассмотрим 18 симптомов, по которым в домашних условиях без теста можно узнать о своем положении на ранней стадии развития малыша. Акушер вычисляет срок следующим образом. За основу берется один день менструации, прибавляют 14 дней. Например, последняя менструация была 1 июня. К этой дате прибавляют 14 дней. Значит, срок наступления беременности 15 июня. Первые дни беременности появляются совершенно беспричинная раздражительность, резкие перепады в настроении. Беременная срывается на близких. С момента оплодотворения яйцеклетки из-за выработки прогестерона приходит вялость, усталость, хочется лечь и поспать. Общая слабость помогает понять, что женщина уже находится в положении. Признаки простуды. Чтобы произошла имплантация, под действием ХГЧ организм намеренно снижает иммунитет. Чувствуется недомогание, слабость, тяжелая голова, поднимается температура до субфибрильных значений. Нарушение сна. Сон прерывистый, беспокойный, беременная постоянно просыпается, чувствует недомогание, пытается уснуть. Это следствие выделяемого гормона прогестерона, который временно нарушает некоторые функции в организме. Тяжесть в животе. Внизу живота возникают неприятные ощущения, к матке приливает кровь, орган уже с первых дней начинает увеличиваться. Чтобы определить зачатие по данному симптому, нужно исключить фактор неправильного питания и вздутия живота. Но сделать это очень сложно. Головная боль и головокружение. Внезапно и довольно сильно начинает кружиться голова, вплоть до обмороков и падений. Ощущается головная боль, которая похожа на мигрень. Постоянно хочется отдыхать. Иногда невозможно понять, усталость это или зачатие. Болит грудь и соски. Потемнение. Ореол. Грудь становится чувствительной, иногда из сосков выделяется молозиво. Так организм готовится к грудному кормлению. Чтобы узнать точно о выделениях из желез, аккуратно помассируйте соски пару минут. Изжога, запор, диарея, частое мочеиспускание и газообразование. В связи с активным выделением прогестерона нарушается пищеварение. Диарея и повышенное газообразование связаны вместе. Живот вздут, женщине некомфортно и неприятно. Постоянное бурчание и боли выводят из себя. Часто случается понос, который провоцирует гормональные изменения. Повышенная температура тела. Температура тела повышается до субфибрильных значений 37,2-37,5 градусов. Это же касается и других измерений. Если женщина регулярно следит за базальной температурой в прямой кишке, то можно сразу понять, что произошло ее повышение. Более 37 градусов. При наступлении беременности такое значение удерживается несколько дней подряд, и это становится одним из первых признаков зачатия. Слюнотечение. Кажется, что во рту много слюны, хочется ее выплюнуть. Гиперсоливация схожа с выделением слюны во время ощущения вкусных запахов еды, сверхчувствительность к запахам. Становится острее все запахи, и женщина может различать даже тончайшие нюансы в ароматах. Кровь из носа. Кровеносная система перестраивается на вынашивание ребенка, обеспечение его кислородом и питательными веществами. Сосуды в носу не выдерживают усиленного кровообращения и лопаются. Отсюда и кровотечение. Сухость во рту и привкус металла. Металлический привкус во рту отмечается на ранних сроках. Обычно этот признак тесно связан с токсикозом беременных. Повышенный аппетит. Беременный начинает хотеть кушать все больше, кажется, что чувство голода устранить невозможно. Обусловлено это повышенным кровообращением. Ускоряется обмен веществ, съеденная пища быстро переваривается. Морозит и озноб. Симптомы характерны для первых дней зачатия. Возникают из-за снижения иммунитета и повышения температуры. Недомогание вызывает ознобы. Отсутствие сопутствующих симптомов помогает понять, что это не простуда. Токсикоз и тошнота. Изменяются вкусовые пристрастия, но любимое блюдо организм теперь категорически не принимает. Аппетит отсутствует или резко повышается. Именно непереносимость некоторых запахов на ранних сроках беременности становится причиной появления тошноты. Токсикоз приходит не сразу, а только со второй-третьей недели после зачатия. Сыпь и прыщи на лице. Вследствие повышения уровня гормона прогестерона появляются высыпания. На лице обнаруживаются сначала незаметные теплые крапинки, которые вскоре перерастают в настоящие пигментные пятна. Болит поясница, зуд, цистит, молочница, геморрой. Имплантационное кровотечение характеризуется появлением кровянистых выделений. Иногда женщины воспринимают это как начало менструации. Однако незначительный объем выделений и их нерегулярность говорит о возможной беременности. Выделения возникают при вживлении яйцеклетки в эндометрии матки. Если крови немного, характер мажущий, то все в порядке, беспокоиться не о чем. Это нормальное физиологическое явление. Если крови много, то нужно обратиться к доктору возможно уровня гормона прогестерона не хватает для сохранения беременности отличие пмС от признаков беременности в первые дни есть четыре главных отличия чтобы понять пмС это или произошло зачатие первые признаки беременности появляются через два дня после оплодотворения и остаются на неопределенный срок симптомы пмс возникают за 2-3 дня до начала менструации тошноты в пмс не бывает. Базальная температура изменяется во время наступившей беременности. Запоров, поносов также в ПМС не бывает. Как точно определить беременность? Если рассуждать с точки зрения медицины, все перечисленные выше признаки – только косвенное подтверждение наступления беременности. Самый точный метод – это анализ на уровень гормона ХГЧ в виде тест-полосок или сдачи крови в лабораторию. Тест на ХГЧ. За пять дней до наступления менструации уже можно делать тест и узнать беременность. Эффективность 95%. УЗИ – надежный способ определения беременности. На ранних сроках 6-8 недели можно увидеть плодное яйцо в матке, но сердцебиение будет слышно только на 9 неделе. Рассмотрим первые признаки патологии. Внематочная беременность. На при ней наблюдается высокая температура тела без симптомов простуды, которая дает понять о том, что начались патологические процессы в организме. Сильная тянущая боль внизу живота, обильное выделение с коричневой или темно-красной кровью. Узнать точно развитие малыша в матки можно с помощью УЗИ малого таза. Ложная беременность. Трудно определить ложную беременность, это чаще всего гормональный сбой. Первые признаки выкидыша. Наблюдаются обильные кровянистые выделения, которые начинаются с мазни из-за резкого падения хорионического гонадотропина. Нужно как можно быстрее обратиться к доктору.